Привет, ребята, гости канала, с вами Тоха. У нас, ребят, карта Покровка обновилась. Что ж, сейчас я вам все покажу. Я тоже все начал заново. Тут небольшой обзор на карту и на то, что у нас имеется, что мы имеем. Так, ребят, переходим к самой карте. Здесь добавился биогаз. Добавились теплички, ткацкая фабрика, добавился рыбхоз. Немножко тут они убрали деревьев туда-сюда. Культуры, как были в воде, все такие остались у нас, ребят. Здесь что я приобрел? Базу, вот этот луг. Вот это все, что у нас было, силос, сено, топливный завод, известь, корм свиней, корм это коровы, удобрения, семена, все это, и вот у нас имеется первое поле. Это все наше. Так, смотрите, что у нас имеется с техники. А, кстати, забыл, у нас там стоят комбайны. У нас комбайны не крутые, простые, два колоса и две милы. Не жатки зерновые, крупные пока нет, я не брал для подсолнуха, но вот у нас имеется. Сначала, думаю, хватит. В будущем будем менять технику, смотреть. Так, у нас есть трактора. Это у нас, ребят, Беларусь, ЮМАС. Беларусь с балочным мостом, ПТСом, ПТС-6 и ПТС-4. Это для комбайнов. Так, у нас есть грузовики. Небольшие, но у нас имеется газон. Зилон, еще не газон 53, Зилон у нас именами, и газон Next у нас, ребят, полное удобрение. Увозить известь, удобрение, все такое. Так, у нас тут дальше техника тоже стоит, есть все, что нужно для начала. У нас вот стоит, ребят, у нас разбрасыватель удобрений, опрыскиватель, пересевалки, правда, только зерновые, ну, есть. Посевалочки. Потом у нас, ребят, имеется вот такой у нас культиватор. Культиватор 4-метровый, этот культиватор 10,7, выйти 10,8. У нас есть ХТЗ-шка, гусяночка, 150, кировец для пахоты именно взял, Беларусь 82, и у нас еще есть казахстанец. Старенький, ну для пахоты я его взял. Думаю, нас не подведет по работе. Сейчас. Вот такие у нас пак техники. У нас первое поле. Вон у нас есть, пошлите посмотрим наше первое поле. В будущем надо будет покупать, наверное, транспорт или легковую машину, или что-нибудь такое, чтобы по карте тут не бегать, а ездить. Так. Вон у нас поле наше. Вот она, ребят, у нас пшеница, ну, нам дали поле неудобренное, ну, без сорнячков, ничего, то это исправим, уже следующий салон можем, ребят, будем отвозить на, там у нас есть производство биогаза, у нас, так, теперь, ребят, пробежим по чем, говорится, что мы имеем насчет производств, у нас есть корм для коров. Вот у нас нужна солома, силос и трава, клевер или люцерни. Можно мы смесь делать до 1 000 000 литров. Дальше у нас есть производство. Корм для поросят. У нас нужно зерно любое, пшеница, ячмень, овес. А также у нас добавки идут картофель, свекла, кукуруза, сахарница и канола. И соль бобы или подсолнух, это у нас корм для поросят. Потом у нас дизельное топливо. У нас нужно подсолнух или канола. Будет компост и дизельное топливо. Компост можно на поля разбрасывать. Потом у нас производство извести. И здесь у нас вода нужна и топливо. Самое проще. Но топливо, наверное, тоже надо будет делать. Вот там. И получается извести. Потом у нас производство семян. Нам нужно удобрение, зерно. И гербицид. Зерно у нас только ячмень, ну все зерновые, подсолнух, свою бобы, из модовых нету.
Потом у нас производство удобрений. Сухие удобрения делаются, дизельное топливо и дигистат. Еще удобрения делаются, дизельное топливо, жидкий навоз и сухой навоз. И жидкие удобрения делаются, дизельное топливо, вода и сухие удобрения. Потом у нас есть сеносушилка. У нас трава, клевер, люцерни, получается сено. Ну, для коров там, для этого. И ферментатор силоса. У нас туда уходит отходы, сечка, трава, солома, клевер, люцерни. Если у нас вместо биогаза можно делать из соломы тоже силос. Такое, ребят, у нас производство. А что у нас все имеется? Все это мы попробуем, все это мы пытаем. Солому будем отсюда мы вывозить на производство силоса, потому что цена на солому у нас, где у нас тут цены, вот допустим, вот силос у нас стоит почти 200, а вот солома 7 евро, смысла нету ее, лучше переводить все в силос, это будет капать копеечка, ребят. И топливо хорошо стоит 3000 рожь, проса, морковка тоже ничего, лучок, мель, табачок нормально. Ну, тут можно будет делать поддоны, бумага это на картон, она для производства, столбы какие-то, доски, она что-то строить, наверное, или что-то там, наверное, походу строить, наверное, сахар, сыр, мороженое, масло, разливное пиво, темное пиво, светлое пиво, мука, хлеб, печенье, пончики, компост, подсолнечное масло, мясо, колбаса, отбивные, картофель фри, песочек, гравий, какая-то филюска, что-то такое, овощное рагу, салат, мешки картошки, мешки лука, мешок морковки, можно мешки паковать, ткань, рыба, клубника и куры. И грунт, зачем это еще нужно, надо будет. Это мы разберемся все по ходу, ребят. Ну что, ребят, небольшой обзорчик сделал. Кому интересно, ребят, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. На этом все. Всем пока и до встречи, ребят. Увидимся. Продолжение будем начнем с уборки этого поля. Всем пока.